сегодня 9.09 число. Угу. Вот. Это сентябрь 9. Сентябрь. Значит, начало работы в 7.30. Угу. Дальше. Ну, погода записала какая. Обед с 3.40, с часу 40 до 2.40. Ну, минус час. Час. Да. Ровно час. Ну, там 5 минут не шестерка. Так. Окончание в 19. Угу. То есть, теперь смотрим. Работа. 19 часов. Ну, допустим, 7 отнимаем, а потом 3 добавим-то. 19 отнять 7, сколько? 12? Остается 11.5. Обед сейчас 10.5 часов. 10.5 часов работали. От чего вы отняли 19? А вот смотрите. 19 часов, понятно, это 19, это 7. Это все вместе. 19 часов закончили. А, 7 часов. Здесь закончили. 7, это 7 вечера. Ну, я думал, вы вчерашний. Нет, 7 вечера. А 7 утра, между ними 12 часов. Но тут еще 30. 30. Получается 12 часов 30 минут. За вычетом. То есть, минутку, подождите. 7.30. 19. 19. Здесь у нас 19. 19 отнять 7. Сколько? 12. 12. 12, но у нас-то. 12.5 часов. 12.5 часов. Минус обед. 11.5 часов. 11.5 часов. Да. Вот будем считать сейчас. Давайте аккуратненько. Подождите. 19. Я посчитал, что-то неправильно. 19. 7.5. Это 7, если 12. 11.5. Так, 11.5. Подождите. Минус час. 19. Отнять. Сколько? 7? 12. 12.5. 11.5. Вот смотрите, 11.5 часов. 11.5 часов на 10. Это сколько у нас? 1500. 1500. Ну, 1500 на 10 умножим, это 15. Угу. И остается час 50. Час с половиной, полтора часа. Плюс еще 1500. Сейчас еще 750. Полчаса. Это сегодняшний заработок. 50. 7 до 5. 12. 5 до 1. 6. И 1. 7. 17. 250. Сегодня. 17.250. Так, подождите. Надо записать будет. 17.250. Так, подождите. 17.250. Да? Отнять 450. Они, я звонил сегодня, они подписали, завтра передаду. Минус 1500. Да, да, да. 500. 5, ну, все хорошо. 7 от 6, 4, 2. 12, 7. Смотрите, 17.250, и вы должны мне 4.5. Да. Вчера я положил. Ну, 5 отнимаем. 5. От 12 5 7, от 6 4 2 1. Итого я сегодня вам должен заплатить 12.750. 12.750. Но у меня этих крошева этого нет. Я вам дам 15 и опять отниму. Останете должен. Я даю вам 15, а должен 12.750. 50. 50. Так, 15. Здесь от 10 7. 3. От 4. 2. 2. 2 250. Так, 3 здесь. 3. Почему так? 5. А 9 7. 2. 200. 2 250 вы быть и должны. 2 250 я вам. Поэтому расчет я вам сейчас даю сразу. Так. Отдаю. 15 000. Так. Алексей должен. Должен 2 250.
2250. Завтра 2250. Все. Пожалуйста. Распишитесь, ты зайди, засними. Так, минуточку. Деньги любят счет. Говорят, счет точнее, дружба дольше. Ну да. И мне приходилось иметь дело не с одним человеком и далеко где-то. Так это сильно помогает. Теперь смотрите. 5 и бумажки. 10, 15. В расчете на сегодняшний день? Ну да. Все. Если вам нужно будет послать еще что-то, то вы знаете, путь наш открытый. Да ну пока хватает. Так, 7 я заходил. Было 7, сейчас сколько будет? Вон она затопила, баня топится. Вон дым идет из трубы, гляньте. До начала 15 минут. Сейчас. Какого? 9-го? 8-го. 8-го? Да. Как это так? Вот так? Так я быстро вернулся. Наверное. Ну-ка, подождите. Что-то мне кажется. А где Серега? Он, Сережа, он там делами занят. Сейчас скажу, где. Закололи быка, он для собак требуху моет. Ага. Да это как же так? Это с такой скоростью я успел сделать все. Так, хороший день был у нас сегодня. Вам еду принесли? Да. Смотрите, чтобы ничего не скрывали от меня. Я ваш духовник. Вот уже так. Полный стол. Полный стол. Вы должны быть довольны. Баня вон она, дым идет. Заметили где? Да, я вижу. Да, там будете. Один веничек спрячьте здесь, домой везете, а с другим вы пойдете. Все, пока, спокойной ночи. Спокойной ночи. Спасибо, Христос. Там лишнее уберите от тебя ключи, что там говорил я. Потому что надежи-то ну, никакой нету. Обнаглели до беспредела. Да, ну, что, так, о, я хотел спросить насчет одежи у вас. Как? Там, если стирать, что нужно было, так смена есть, вот можно постирают. Мы-то нижнее белье никогда не даем, мы сами стираем там трусы, майку. А мне больше такого ничего. Если еще. У вас смены-то нет никакой? Да есть, почему я переодеваю. Ну смотрите, если надо. Мы что? А? Трусы и носки-то я постираю сам. Сам. Ну. Мы всегда сам. Я даже жене не доверяю. А в бане можно стирать, нет? Если вот такую рубашку, что мы так... Нет, в бане можно стирать? Можно. Теперь, я посмотрел, говорю, если у вас нет нижнего белья, рубашки, кто у нас по комплекции на вас похожий? А нашли одного тут, Игоря Глушкова. У меня есть. Чтобы вам это хорошо было. Так, ну, все тогда. Господь благословит, если да, мы дорогу проложили, теперь уже знаем. Воды где набрать? Как? Ведро воды где набрать? Да это что ж такое? Воды нет, воды. Я не знаю, может собирали. Володя, сейчас. Мигом. Все, сейчас вода будет. И вам покажут даже на всякий случай, где. Где у Игоря взять, да? Ну я не знаю, у кого берут здесь. Все, пока. Угу. Я поехал. Давайте с Богом. Да, это ужин. Что же, Сергей, я говорю, вода, чтобы была...